Поздравляю с победой. Очень непростая получилась. Какие эмоции? Самая худшая наша игра. Вообще, все недовольны дико. Мы выиграли, мы этому рады, конечно, но это было плохо. Нас было пятеро, мы были зеленые. И... Какие-то установки были на игру, они не получились. Почему? Чем недовольны? Блин, даже не знаю, как сказать. У нас тупо не летело вообще ничего. Мы почти все очки на штрафных заработали. Вот. Соперник в каждой четверти набирал, можно сказать, по 5 фолов. Один человек у них вообще сел за фолы. Как ты думаешь, они не успевали за вами или чем это связано? Ну, они хотели нас забегать, прерывать наши атаки. И, наверное, поэтому у них случайно получалось фолить. Все-таки, да, мы быстрые. Я понял. Закрепились, скорее всего, на первом месте. Будете в лидирующей группе. Такие основные цели на сезон? Блин, ну надо все выигрывать и приезжать полным составом на игру. А сколько человек у вас не хватало сегодня? Трое. У нас вообще пока маленький ростер. Ну вот, пятером. Вторую игру уже играем пятером. Поздравляю с победой. Спасибо, Саня.